Ребят, всем привет! Вы на канале Саля Механик. Сегодня хочу вам показать, может кому-то пригодится это видео, как снять передний бампер Kia Ceed 7 год. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится фигурная отвертка, плоская отверточка, где-то подковырнуть клипсочку. И у меня вот такой торцевой ключик на 10, можно взять головочку на 10, без разницы вообще. Смотрите, чтобы видео было немножко побыстрее, я в верхней части уже поснимал клипсы. Здесь оставил одну клипсу, чтобы вам показать. Вот здесь находятся вот такие клипсы. Эту клипсу просто нажимаете вниз, вдавливаете ее вовнутрь до небольшого щелчка. Вот так вот. Раз. Видите, она провалилась. И поддеваете плоской отверточкой, или я рукой приподнял, и снимаете эту клипсу. Вот так вот выглядит клипса. И потом, когда ее вставлять, вы наоборот. Поднимаете ее вверх. Вот. И при установке потом эту клипсу вставляете на свое место. И нажимаете до упора. Все. Я, чтобы было быстрее, клипсы все эти снял. Мы снимаем переднюю часть пластика. И под ней у нас два болтика на 6. С одной стороны и с другой. Скручиваем эти два болтика. Один выкрутили. И теперь второй. Все. Больше у нас болтиков на 10 нет. Можно руль не выворачивать, можно вывернуть. Смотрите, у нас здесь внутри. Вот, есть окошко в подкрылке прорезанное. Видите? Специально для отверточки здесь у нас вкручен саморез. Сейчас я его выкручу и покажу вам. Вот. Можно головочкой на 8, можно фигурной отверточкой. Это крепится здесь в углу бампер. Переходим на ту сторону. И со второй стороны делаем то же самое. И выкрутили второй болтик. Теперь переходим на низ. Здесь я повыкручивал, стояли пластиковые клипсы. Фигурной отверточкой выкручиваете, и потом плоской отверточкой подковыриваете и вытягиваете. Они стояли по периметру, здесь стояло, их две штуки. И потом боковые подкрылки, их три клипсочки. Вот еще одна осталась здесь. И с другой стороны так же самое. Тоже три клипсы. Переходим наверх. Убираем в сторону подкрылок, с внутренней части он нигде не прикручен. Сюда вставляем руку. И не спеша, не надо сильно усердствовать, тянем бампер на себя. Край бампера тянем на себя. Вот, видите? Вот эти пазы заходят в эти защелки. Эти защелки съемные, если они у вас здесь поломаны, это отдельная деталь покупается и меняется. Это как бы считается креплением бампера. Переходим на ту. Так же сам отвинули подкрылок, завели внутрь руку и тянете на себя. Вот. Тоже здесь вывели. Здесь приподнимаем вверх и здесь вверх. И видите, у нас снимается бампер. Здесь обязательно не тяните. Снимаете разъемы с противотуманок. С левой части удобно, с правой части неудобно подлезть. Потому что здесь стоит бачок омывателя. Снимаем фишку при снятии бампера. Все. Теперь ставим в обратном же порядке, как и снимаем.